Друзья, еще раз всем привет. Мы все продолжаем наше путешествие по седые отели. И нет, я не в серебряной клетке. Я нахожусь в отеле Босфор Саргун. Босфор Саргун – это отель, который находится в седые, в таком новом модном стиле. Стиле хай-тек. Ну и естественно, этот отель премиум класса. Мы с вами проходим в лобби. Сейчас нам расскажут кое-какую информацию об отеле. Я ее, конечно же, вам передам. И пойдем посмотрим номера, вид из номеров и, конечно же, территорию. Хотя я уже вам сейчас покажу. Буквально через минуту выйдем на балкон. Вот смотрите, друзья, выхожу на территорию. Здесь отель сделан вот таким, скажем, полукругом. Вот у нас территория веселая, активная. Смотрите, есть детский бассейн, крытый сразу. Большие бассейны для взрослых, бар. В общем, вся территория расположена вот такая зеленая здесь. Так, у нас стандартный номер. Открытая душевая. Кровать, диванчик. И вид на территорию, конечно же. Я вам уже показывал, но еще разок посмотрите. Вид сверху. Классный, веселенький вид. И еще один номер. Это семейный. Большие диванчики, две кровати раздельные, телевизор. И большая родительская спальня вместе с душевой. Ну и, соответственно, балконом и видом на территорию. Это баня, так баня будет. Это сауна. Я пошел. О, все, ребят, я до завтра. До завтра. Смотрите, какая банька классная. Ах, отлично, хорошо. После того, что я вам показал, спа есть, помимо услуг, конечно, еще есть бассейн закрытый, где можно провести время. Босфор Саргун. Это очень такой интересный отель с красивым дизайном.